Аэропорт для современного города – это воздух, которым он дышит. Его ворота – стремительно меняющийся мир. Отсюда мегаполис питается лучшими идеями. Только здесь можно встретить такое количество улыбающихся, отдохнувших людей. Внуково – максимально комфортный аэропорт. Он находится в черте Москвы. Живет с городом одной жизнью. На выбор пассажира три скоростных шоссе. Общественный транспорт от метро и аэроэкспресс из центра города. Далеко не каждый аэропорт мира может похвастаться такой доступностью. Внуково – это 70 лет истории. Аэропорт всегда развивался вместе с городом. Сегодня рядом с международным терминалом вырос новый терминал А. Российские и немецкие проектировщики создали уникальный пятиуровневый комплекс. Его масштабы впечатляют. При этом здесь все под рукой. Когда-то полет на самолете был ярким событием в жизни. Сегодня это просто самый удобный вид транспорта. Но романтика воздушного путешествия всегда будет жить в сердцах людей. Лучшие перемены в жизни человека начинаются с аэропорта. Начни их во Внуково!